Привет. Вау, она работает. И оно работает. Круто. Как уже сказали, меня Толя зовут, я работаю в приложении «Кошелек». У кого стоит приложение «Кошелек»? Неплохо. Нет, плохо. Мы столько, а как обычно? Мы столько закупаем каждый месяц. Поставьте, у кого не стоит. Зачем? Смысл приложения «Кошелек»: мы переносим карты лояльности, скидочные, типа там «Пятерочки», «Дикси», какие у вас любимые магазины, «Азбука вкуса», «Окей», «Перекресток» в мобильный телефон. И не нужно ничего с собой носить, никакого пластика, просто чистые карманы с одним телефоном. Самое большое приложение в России, у нас 3,5 миллиона активной месячной аудитории, мы постоянно еще закупаем. И наша крутая фишка для многих партнеров: можно смотреть баланс своей скидочной карты или прямо выпустить ее в телефоне, минуя вообще пластик, все анкеты и все подряд. А все магазины принимают? У меня «Азбука вкуса» не принимает ваши карты в Москве. Ну, извини. Там написано под картой, принимает или нет. Вот партнеров принимает. Ходи в «Окей», там тоже хорошо. Я хожу в «Дикси» вообще, не знаю, что тут «Азбука вкуса». В кошельке вот я не так давно работаю. И сегодня вам расскажу, как мы улучшили активацию за это время, что я там работаю. Вообще все, что я буду рассказывать про мобильные приложения, кто вообще какое-нибудь отношение к мобильным приложениям имеет? Это еще меньше, чем пользователи кошелька. Какое, конечно, отношение ты хочешь услышать? Разрабатывает или, может, я пользуюсь или агентство разрабатывает. Ну, судя по поднятым рукам, все правильно меня поняли. В общем, пропустили какой-то важный слайд, как будто. Да. Есть такая метрика — активация в мобильном приложении. Вот ее ставят из маркета все, наверное.